Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с Уралами, с Уралом от фирмы Трумпетер и с Уралом от фирмы Звезда. Собрал, как видите, ходовую часть одного и второго Урала. Будет видео по сборке рамы Урала чуть-чуть дальше в ускоренном режиме. Но что сразу хочу сказать. В глаза сразу же бросается обилие деталей у фирмы «Звезда» по сравнению с «Трумпетер». Ну и сборка мне, если честно, понравилась намного больше у фирмы «Звезда». Во-первых, детали проще обрабатываются, намного меньше шов стыка пресс-форм, и поэтому очень быстро все зачищалось и становилось на свои места. У Трумпетер очень сильный шов, и приходилось иногда мелкую деталь довольно долго зачищать, чтобы было красиво, как говорится. Ну, у Трумпетера есть немножко травления, как бы модели оба хороши. Все-таки как бы сравнивать эти Уралы. Один Урал ранний, второй поздний. Они существенно отличаются двигателями, и сама ходовая у этого Урала подлинней. Но модели достойные и у одной, и у второй фирмы. Как видите, поставил на смоляные колеса. Кому интересно, как работать со смоляными колесами, вы можете посмотреть у меня на канале. YouTube-канал называется «Александр Все о хобби». И на YouTube-канале интернет-магазина «Я моделист». Смола стала очень хорошо, но я использовал внутренние диски от моделей. Смоляные колеса одевал. Сейчас снимем. Брал диск от модели и одевал на него смолу. Мне так больше понравилось. Не надо смоляные диски подтачивать, подравнивать, что-то придумывать, чтобы они хорошо стояли. И я решил использовать родные наборные. И, как видите, все очень хорошо получилось и стало. Это все еще пока что в процессе работы. Поэтому я ничего не вклеивал. Так, прикинул, чтобы модели стали на все 6 колес. Все нормально стало. Теперь можно приступать к покраске. Рамы, конечно же, покрашу в черный цвет. И продолжу дальше собирать модели. Сейчас сниму колеса и посмотрим на сами рамы. Как бы немного все-таки они похожи. У Урала от Звезды бак более больше. Но есть такие вот существенные изменения. Здесь вот привод к лебедке. Урал от фирмы Трумпетер идет без лебедки. Но детализация и само литье, сам пластик мне больше, конечно, понравился у Звезды. Даже можно посмотреть коробку передач, как здесь она отлита и как отлита у Звезды. Двигателя, как видите, я полностью не собирал. Сразу скажу почему. Потому что у меня капоты будут закрыты. И если смотреть на модель снизу, все равно ничего не будет видно. Поэтому я решил не тратить время и двигателя не собирать. Здесь я пошел не по инструкции. Отпилил, аккуратно отрезал
радиаторную решетку, чтобы потом собрать кабины, их отдельно покрасить и уже готовые поставить на модель. Вот так вот сейчас все получается. Дальше, друзья, в видео будет сборка рамы от фирмы «Звезда».